вставай на смертный бой с фашистской силой темной, с проклятой ордой. Сейчас. Это главный гимн начала Великой Отечественной войны. И вот дирижер Александров, который написал музыку на этой стихе, он вот этой дирижерской палочкой на белорусском вокзале дирижировал. Вот он. А тогда же еще не было ксерокса, чтобы можно было ноты раздирижировать. 1904 год. Да. А, все, можно нажать, найдет. А, там... Нажимай. Точно. И вот здесь, видите, вот такой будет огонь в памяти.